Всем здорово, пацаны. Сейчас будем рубиться мы с Валдисом. И эту игру ждал весь мир. Просто весь мир. Погнали, ребят, первый матч. Я вообще не дома, пацаны, я на улице. Буду стоя и рубиться, играть. Не знаю, звук будет проходить. Так, с такой он может вкатить. Будем стараться отбирать очки. Такой удар. Видите, зажимает в углу он меня. Но мы будем стараться из него выйти. Бля, моя фишка мешается. Сука. А это подстава, походу. Да. Такой Валдис не простит, конечно, на первом месте. Куда? Я же сказал. И первый подставон, ребят, я делаю. Один ноль счет. Вроде расстановка у него говняная, блядь, а... Получается у нас с такой расстановкой выигрывать, пацаны. Ну, это, походу, тоже гол. Это, походу, тоже гол. Нет. Так, он, короче, выбивает мои ворота, и мне не дает вообще шанс ударить даже по воротам. Он делает так, чтобы фишки все были за мячом, и мне было бить неудобно. Давай, что ты сейчас сделаешь? Так, да. Ну, мы вот так сделаем. Да, это чревато, конечно, пацаны, блядь. То, что он сейчас продавит. Угу. Ну, влети. Эх, было бы красиво, ребят. Ну да, рядом. Это был шанс, ребят. Такого шанса уже в этой партии не будет, потому что счет сейчас будет 2-0. Как я такой не забил? Я ж такой забивал 100 раз. Пиздец. Да, 2-0, ребят, 1-0 по партии. Две ебучих подставы, блядь, пиздец. И такой гол я не забил, это просто жесть, нахуй. Ладно, собраться. Блядь, все ворота его закрыл. Ёбаный рот, нахуй. Надеюсь, он не умеет от углов забивать. Отлично. Вот не было сейчас его фишки, красота бы была. Ты меня устал, блядь. Чё, вымыл нахуй? Меня устал, блядь. Ты меня загонял. Ты, блядь, вообще охуел. Вкатился бы, я бы охуел. А это 1-0. Ну, ребят, три гола от Валдиса, три подставы. Просто три жестких подставы. И у меня не залетел тот красивый. И, походу, Валдис меня разнесет 4-0. Если такой сейчас забьет он, докажет свое мастерство. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, ребят, такому-то вкатим, нет?
Да, 1-1, наконец-то хоть, блядь, один гол забил, ебать, то с позором бы, блядь, 4-0 проиграть, это, конечно, жестко. Так, что тут нам делать, рисковать или что? Что, ударит он, рискнет? Ну что, ребят, это шанс. И шанс. Я делаю счет 1-1. Это было очень красиво. Так, ребят, 1-1 по партиям, короче. Это очень красиво, бля. Все начиналось как плохо, так плохо. Фу, надо учиться играть с лидерами, ребят. Шавал здесь на первом месте. И он думал, что меня так легко будет обыграть. Но не... как бы не так. Так, ну что, тут рискнем, пацаны? Вот это он может отверху, да, сейчас он может забить, кстати. Да, и мы можем. Бля, вот это опасно, ребята. Сейчас по краешку ударит, и капец будет. Это гол. Пожалуйста, не забей. Не забил. Ну тут, я думаю, нереально забить такой. Как не бей, только подкатить. Или да ладно, он такой забьет. Ебать, пацаны, это жесткий гол. Вообще просто жесть. В такую дыру попасть, это реально мастерство нужно. Ну ладно, не унываем, ребят. Такие голы забиваются раз, блядь, в год. Если сейчас от угла забьет, то это просто будет жопа. Это пиздец, ребят, блядь. Это пиздец. Начал включать свое мастерство. Ну что, ребят, это гол? От фишки, да, моей? Нет, это подкат. Сделаем так. Бля, ребят, неохота проигрывать. Охота победить. Ой-ой-ой, это очень было опасно. Ну что, рискнем или нет? Нет, не будем. Вот сейчас моей фишкой подкатит к воротам, да? Пока что все можно, ребят, исправить. Надо расчищать путь, у него ворота были пустые. Ну что, рискнем? Чья! Это 2-0, ребят. От низу и верхний угол, блядь, тут просто, блядь, любой закатит такой гол. Ну нет, он не забивает. Офигеть. Я бы, наверное, тоже не забил, если бы так волновался. Пока что держимся, ребят. Пока что держимся. Сильно не бил, потому что свои ворота бы забил. Давай, а ты поднимешься? Все очень опасно, ребят. Очень-очень опасно, на грани просто. Три фишки уже подогнали к углу. Ну что, рикошетом он забьет от моей фишки?
что, ребят, попробуем красоту сделать. Чуть-чуть не рассчитал, конечно, бля, красиво бы было. Да, долго третья партия идет, капец. Никто не рискует, никто не рискует. Бля, что я сделал, ребята, это опасно. Чё, ребят, забьем такой? Да, 1-1, ребят. Фу, как все жестко, как все жестко. Записывается хоть такая красота. Да, записывается. Бля, фишка, встань нормально, пожалуйста. Нет, она нормально не встанет. Бля, ребята, это подставон я сделал. Жалко, жалко, блядь. Так старался и, блядь, да ладно. Еще есть шанс, ребят. Валдис тоже волнует, смотрите. Вот если он сейчас попадет в угол своей фишкой от моей, то это будет, конечно, мастерство. Ой-ой-ой-ой-ой. Гол, да? Протаранит он мою фишку. Нет. Блядь, все очень опасно тут. Хоть перекрыл уголок. Бля, вот это, ребят, сейчас от фишки он ударится все силы и гол. Почти, да. Пока нормально, отбиваемся, все норм. Ну что, ребят, такой попробуем. И везение на моей стороне. 2-1 я веду по партиям. Это просто что-то невероятное. Против Валдиса, против первого места мы играем, ребята, и ведем 2-1. И сейчас все в наших руках. Победить или сыграть ничью, но очки я у него уже отнял. Пацаны, я не верю. Неужели я могу играть против лидеров? А чё же я, блядь, даже в плей-офф не прошел? Почему я в плей-офф не прошел-то, ребят? Вот это обидно, на самом деле. Играть против первого места так красиво и не пройти в плей-офф. Фух, хорошо, что так мяч встал. Это просто охеренно. Ну, чё, ребят, как такое-то забить? Ой-ой-ой-ой-ой! Бля, пацаны, у меня сегодня получается просто то, чего не было вот во всех играх. Просто тупо везение. Просто тупо везение. Пока что, ребят, нас отделяет гол от победы над Валдисом. Один гол. Нас просто отделяет одна плюшка, ребят, и мы побеждаем. Ну что, ребят, такой попробуем забить? Блин, это был момент, ребята, не то я фишкой бил. Ой-ой-ой, красиво, не спорю, красиво. Это гол, да? Да,
Ну что, ребят, один гол решает. Или ничья, или победа. Ну, я старался, пацаны, если что. Очки я у***ца отнял. Бля, ну шанс был у меня, конечно, пацаны, жесткий. Что, обратно так и перелезем? Шанс был у меня, ребят, классный. Давай. Забейся. Блять, пацаны, я побеждаю Валдиса. Просто голы нереальные, блять. Валдис, спасибо за игру. Это просто было шикарно. Валдис, блять, это просто... Я отвечаю, мне везло в этой игре просто жестко. Просто везло. Спасибо за игру, блять, чувак. Блять, пацаны, я обыгрываю Валдиса. Первое место 3-1. Я просто в шоке. Я старался. Я вложил все свои силы. Я играл на улице, ребят, возле торгового центра. Потому что... Больше негде было мне сыграть. Бля, пацаны, всем спасибо. Подписывайтесь на канал за эту красивейшую победу. Я доказал, что я не говно, ребят. Но всем вам удачи в плей-офф, потому что я в плей-офф не вышел. Если бы я так играл со всеми, может быть и вышел, ребят. Ладно, буду с вами конкурировать в следующих чемпионатах. Пацаны, пока. Валди, спасибо. Блядь, эта игра была просто шикарна. Голы у меня влетели нереальные. Согласен, выиграл, может быть, на дурака немного. Ну, такая игра. Пока. Всем спасибо. Подпишись на канал. С вами был Рома Н. Пока. Поставьте лайкос.